По адресу улица Лесопарковая, дом 12, расположен двухэтажный дом 1958 года постройки. Судя по его внешнему виду, несложно предположить, что капитальный ремонт в нем не делали как минимум 30 лет. Но существует еще более серьезная проблема, которая сильно беспокоит неравнодушных жителей рядом стоящих многоэтажных домов. Огромная свалка мусора, которую не убирают около 2 лет. Уже какой год и здесь свалка? Не знаю, кто его обслуживает, есть ли живут тут люди живые. И здесь микробы. Какой может быть разговор о детях, о людях? Ну, вы посмотрите, что есть. Никогда не косилось. Все тут свалено. Живут, конечно, тут не люди. Это ясно. Но организация какая должна за это отвечать? Во дворе дома лежит большое количество пакетов с мусором. Повсюду разбросаны пустые бутылки из-под газированной воды и пива. Во многих местах сохранилась 2-метровая трава, не скошенная с прошлого года. За уборку мусора по этому адресу отвечает управляющая компания ЖЭО номер 20. Но, по словам местных горожан, она совершенно бездействует. Евгений Лаптев неоднократно звонил и направлял жалобы по этому поводу в управляющую компанию и администрацию Советского района. Но все безрезультатно. Прошло уже больше года, когда все это идет, даже больше года. Не только я один, как говорится, жалуюсь и все остальное делаю. Ни один человек не приехал, не посмотрел. Ни один человек не сделал выводы. Все на том же месте так и остается. Здесь по вечерам из-за этого мусора бегают крысы вот таких размеров. Я не знаю, скоро, наверное, будут на детей уже нападать. Мне очень больно и печально, что в центре города нашем, в Рязани, такая мусорка организовалась. Мусором усеян не только двор дома номер 12 на улице Лесопарковая. Рядом находящаяся дорога и тротуары также нуждаются в уборке. Жители соседних многоэтажных домов на улице Рыбацкая за свой счет приобрели и установили контейнер для мусора. Уборку домов и прилегающих к ним территорий также выполняют самостоятельно, так как работники управляющей компании там никогда не появляются. Сами можете видеть, как люди относятся к этой территории, как они сами убирают и приводят ее в порядок без какой-либо помощи со стороны. Ни администрация не помогает. Даже мусорные пакеты, такие большие, да, которые администрация кричит о том, что мы вам поможем с вывозом. Мы сами закупаем пакеты, сами их, естественно, все делаем, убираем и сами же свои же деньги вывозим. Ситуация с уборкой мусора по данному адресу достаточно сложная. По словам жильцов, местная управляющая компания и вышестоящие организации бездействуют. И когда исчезнут горы мусора возле дома номер 12 на улице Лесопарковая, остается большим вопросом. Но горожане надеются, что в ближайшем будущем будут предприняты необходимые меры. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».